Картина, выполненная в новой для нашей республики технике, появилась на родине дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Андрияна Николаева. Портрет легендарного земляка, выполненный в зеленых и коричневых тонах, красуется на поле близ деревни Ельниково в Мариинско-Посадском районе. Правда, чтобы оценить сходство, нашему оператору Андрею Шоклеву пришлось подняться в небо. Изображение чувашского космонавта размером 140 на 160 метров появилось в чистом поле на берегу реки Цивиль. Именно здесь много лет проходил юный Андриан Николаев, возвращаясь из школы домой. Возможно, лежа на траве, мечтал, глядя в небо. Теперь мы с неба смотрим на него. Дельтаплан с нашим оператором поднимается на высоту птичьего полета. Так портрет виден лучше всего. И правда похож. Уникальный проект не только для Чувашии, но и для всей России. Проект агроизображения летчика-космонавта Николаева. Таких проектов в мире существует не больше десятка. Они есть в Америке, есть в Японии. Вот, изучив опыт, мы решили, что нужно отдать дань памяти великому сыну Чувашии и реализовать этот проект. Проект, он очень технически сложный. Точность маркировки 2-3 сантиметра, потому что если мы немножко исказим, то лицо перекосит. Поддержание агропортрета в первозданном виде требует профессионализма и финансовых затрат. Кроме того, ансамбль не завершен. Помимо изображения космонавта 3, здесь планировалась прогулочная зона, цветники, велодорожки. Так что общественный фонд не закрыт, и каждый желающий может сделать свой взнос. На сайте Министерства культуры Чувашии есть раздел «Агроизображение летчика-космонавта Андрияна Николаева». Там указаны все необходимые реквизиты. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.